Я вас категорически приветствую. Что ж, как будто последнее видео вышло очень давно, поэтому надо как-то восстанавливаться перед осенью. Так что встречайте, новое видео по Террарии, но не просто. Моя задача выжить в мире на мастер-моде за персонажа, у которого одно хп. И если я умираю, то видео заканчивается. Что ж, усаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь покушать, ну и всем, конечно же, приятного просмотра. Как только я заспавнился в этом прекрасном мире, стало понятно, что бегать и изучать его максимально опасно, поэтому я сразу стал рубить дерево и строить себе дом. Построив небольшой дом, я сбегал направо и успел там залутать два сундука, в одном из которых лежал очень нужный мне предмет – зонт. После чего я мигом вернулся домой, потихоньку стал его обустраивать. Пока гид снаружи отстреливается, я копаю шахту. Спустя время я нахожу железную руду, изумруды и еще железную руду. Потом возвращаюсь домой и начинаю по полной обустраивать его. Построив стены, я скрафтил печку и переплавил добытую руду. После того, как я залез в крафты, я понял, что добыл очень маленькое количество руды, и мне буквально ни на что не хватает. Поэтому я снова спустился в шахту. Сначала я нашел железо, а потом нашел подземную железную дорогу и решил вернуться домой. В то время на улице был дождь и большое количество мобов. Поэтому я, недолго думая, сделал себе деревянный лук и сделал в потолке бойницу размером в один блок и стал оттуда расстреливать зомбаку. К сожалению, стрел было мало, поэтому в шахту я вернулся уже скоро. Придя к железной дороге, возникли проблемы в виде того, а безопасно ли просто идти по путям, когда у тебя одно хп. Конечно же нет, поэтому я стал копать параллельно железным путям. И спустя время я заебался и решил закрыть мешающего мне слизня в клетку и просто немного прошелся по путям. И дойдя до серебряной жилы и закрывшись там, добыл ее. Пройдя еще немного, я нашел золото, которое, естественно, добыл. Позже я нашел еще серебра, добыл его и отправился в сторону дома, но по пути спустился еще ниже. Постепенно спускавшись вниз, я находил и добывал железо и золото. Много золота, а также я нашел паутину, которая мне в будущем очень-очень пригодится. И наконец-то я нашел что-то интересное, а именно статую кирки и кристаллическое сердце. Кристаллическое сердце я использовал, но ничего не изменилось. Прокопавшись еще ниже, я добыл железо и вернулся домой. Дома я переплавил руду и сделал себе наковальню, и наконец сделал себе нормальный лук из золота и большое количество стрел, и начал фармить мобов с помощью своей бойницы. У меня очень хорошо получалось, я даже выбежал из дома, правда ненадолго. Ну а теперь момент истины, смотрите внимательно, и если есть среди вас эксперты, объясните мне это явление, заранее говорю вам. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. И да, я, если что, два видео делаю одновременно, среди них одно очень масштабное, поэтому ждите, но не скоро.